государственным решением этот праздник вернулся, как Красный день календаря. Я считаю, что это один из главных праздников нашей страны. И то, что сейчас большое внимание уделяется его празднованию, снова внесение в реестр государственных праздников, это очень важно, это очень правильно, потому что это исторически важный день для государства. День республики, он идет, его будем мы праздновать.